Шапки, шарфы, перчатки. Это у нас C&A, позиция сток, лоты по 5 килограмм. Новые перчатки. Где-то второй должен быть, сейчас найдем. Так, есть вот такой, по-моему, палантин. Или платок. Платок. Марка Clockhouse, 100%, нет, 70% акрила, 30% полиэстера в указанном составе. Трикотажные перчатки. Размер XL здесь указан, 70% акрила, 30% шерсти, если кому интересно. Так, шляпа. Чистая шерсть написано, то есть 100% шерсть у нас в составе. Далее снуд крупной вязки. По-моему, акрил в составе. Шапка, если не ошибаюсь, это бини. Так, 158-176 сантиметров указан рост, то есть примерно на 13-16 лет данная шапка. Палантин. Шапка крупной вязки. Здесь в составе 15% альпака, 15% шерсти. Вязка крупная. Так, шарф. Еще один. Это у нас 100% акрил. Две пары перчаток. Следующая шапка тоже 100% акрил здесь в составе. Вот шарфы, снуды. В данном случае это снуд. Перчатки, варежки еще встречаются. Шапки, головные уборы, шляпы. Вот такая вот позиция. Так, еще две пары перчаток. Это, видимо, повязка. Так, большой, скорее всего, палантин. Давайте посмотрим состав. Ничего интересного, 100% акрил. Так, и вот еще один у нас получается здесь снуд. Достаточно большой. Так, шапка, кепка. По одной кепке есть в каждом мешке. Перчатки, натуральная кожа. Перчатки натуральной кожи. Размер большой здесь указан, элька. Так, далее еще один палантин. 61% полиэстер, 37% акрила и 2% вот эти металлические нитки, да, здесь присутствуют. Большой широкий палантин. Далее шарф марки C&A, шапка молодежная. И еще одна шапка бини крупной вязки. По-моему, акрил в составе, если не ошибаюсь. Так, это шарф. Снуд крупной вязки. И вот такой набор. 158-182 сантиметра указан рост. То есть, грубо говоря, подростковый получается, раз рост указан. Шапка и шарф. Такой комплект тут тоже присутствует в этом мешке. Большой длинный шарф крупной вязки. 100% акрил указан в составе. Еще один палантин. Снуд крупной вязки. Снудов много. Так, вот еще один снуд. И последняя вещь из этого мешка осталась, вот такая шляпа. Кстати, тоже из шерсти, 100% шерсть в составе. Мятая, конечно, потому что в мешке лежат. Надо их как-то приводить в порядок. Это была последняя вещь, и на этом все.